Новогодние каникулы притормозили распространение острых респираторных заболеваний в Югре. Если в самом крупном городе округа Сургуте в декабре болели почти 17 тысяч человек, после праздников этот показатель снизился до 10,5 тысяч. Однако медики все еще называют ситуацию с заболеваемостью стабильно напряженной. В первый же день после каникул с симптомами простуды в поликлинике и скорую обратились 1500 человек. При этом в общей массе инфекции совсем маленькую часть занимает коронавирус. Его в Сургуте на данный момент диагностировали 185 пациентам. В ходу грипп группы А и Б, ОРВИ, метапневмовирус, а также зафиксированы случаи микса инфекций. И они имеют довольно опасные для здоровья человека последствия. У 300 сургутян вирусные заболевания осложнились пневмонией. Причем только у каждого 12-го из них положительный тест на ковид. Медики отмечают, что нынешний эпид-подъем, в отличие от предыдущих, сильно растянулся. Следующий пик заболеваемости респираторными инфекциями в Югре ожидают уже в феврале. В госпитале находится на сегодняшний день с коронавирусом порядка 10 человек. В реанимации нет никого, что характерно для этого штамма коронавируса. Вот. Что касается распространенности, вот среди 10,5 тысяч человек в поликлиниках на сегодняшний день всего 185 человек, там, это пациенты, больные именно коронавирусной инфекцией. Все остальное – это грипп группы А, это грипп Б, причем их соотношение между собой А и Б гриппа, мы наблюдаем примерно одинаково.